как подавать подачу с уходом мяча влево, с уходом мяча вправо и с уходом мяча назад. Все дело в том, что я вначале ракетку устанавливаю вот таким образом, и во время контакта с мячом я делаю хват. Этот хват я использую, такой хват я использую для подачи с уходом мяча влево. Хват, немножко другой хват, как бы отпуская немножко ракетку. Видите, здесь такая появляется щель. Этот мяч я вращаю с уходом мяча туда вправо, то есть влево глубоко, стараюсь сыграть коротко. Хват немножко меняется, и сам контакт с мячом, он опять же меняется. Здесь контакт, мы как бы его срезаем в эту сторону, здесь контакт, мы срезаем мяч в другую сторону, как бы с этой стороны. Вот. И здесь обыкновенный контакт, пилищий контакт по прямой, тогда у нас в этом случае мяч возвращается назад, поэтому вот я его раз. Стараемся подрезать и дернуть его как бы на себя. Мяч, соответственно, будет крутиться в левый угол с нижним вращением. Он будет уходить глубоко в левый угол. И второй, и следующий мяч стараемся подать в правый угол, поглубже. Причем, используя опять же боковое вращение, вот такое уже. Да. И мяч уходит, соответственно, влево. С уходом мяча назад, это обыкновенная прямая подрезка. Мяч подкидываем и спокойно играем под мяч. Таким вот образом стараемся мяч цепануть прямо под низ.